Жестокое тройное убийство в Донецкой области раскрыто. Об этом сообщил первый зам главы национальной полиции Вячеслав Аброськин. Преступление произошло в городе Великая Новоселка 6 декабря минувшего года. Была убита семья из трех человек. Перед смертью их пытали. Задержаны трое бывших бойцов батальона «Донбасс». Об этом рассказал Аброськин. По его словам, подозреваемые унесли из дома жертв 40 000 гривен.